Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как научиться любить себя, вроде неуродливой и красивой себя не считаю. В детстве я болела ярко выраженным диатезом на лице, до сознательного возраста видела эти красно-желтые корки по всему лицу. Не любила свое отражение, фотографии. Часто в детстве слышала сравнение с гадким утенком. Детство прошло, а я так и считаю себя гадким утенком. Я и сейчас не люблю фотографироваться, потому что считаю, что получается на них плохо. Я не справляюсь, очень гадко от этого. Ну, во-первых, от чего именно вам гадко? Это первое. Потому что я хотел бы, ну, как-то конкретизировать немножко, да? То, что вы пишете, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам больно, вот, но все-таки хотел бы немножко больше конкретики здесь. Второе, у меня вот, ну, появилось такое чувство, да, что у вас довольно... много обиды, в общем-то, на, так скажем, ну, вот, на людей, да, которые вам, ну, говорили вот такие вещи, вот, и... В общем, на мой взгляд, это нормально, что вы обижаетесь, это нормально, что вам обидно. Я думаю, что как-то вот обиду у вас прожить до конца, на мой взгляд, ну, не получилось. Да, вот. То есть, есть у меня вот такое ощущение, да, что обида, она... до сих пор как-то вот у вас, да, присутствует вот обида, и вам нужно ее прожить, наверное, вот, потому что пока вы ее не проживете, да, пока вы не отплачете и вот эти вот негативные чувства, которые у вас есть, я думаю, что сложно будет вам двигаться вперед. Вот. На мой взгляд, это, ну, более чем логично. Дальше. Значит, вы спрашиваете о том, как полюбить себя, да? Ага, ну, на мой взгляд, любовь к себе – это такая очень комплексная история, вот, которая, на мой взгляд, опять же, я бы не сказал, что поддается какой-то такой, знаете, ну, определению какому-то вот конкретному, не поддается, потому что формируется это чувство постепенно, вот, формируется оно, это чувство, из ряда факторов, вот. В частности, это факторы заботы о себе, вот. Это факторы, я бы сказал, знаете как, психоэмоциональной гигиены, вот, когда человек вот, ну, следит за тем, чтобы у него в его жизни были хорошие аспекты, чтобы в его жизни были позитивные аспекты, да, чтобы в его жизни был вот,
вот комфорт, ну, комфортность, какая-то комфортность, значит, вот в его жизни и так далее. Вот. И это вот такие аспекты. С другой стороны, если мы говорим о том, что включает в себя любовь к себе, то это интерес. То есть, это интерес к своей жизни, и наполненность. То есть, что такое наполненность? Наполненность – это реализация своих интересов, да, своих ценностей. Вот это воплощение вот в какой-то степени, значит, своих планов, да, своих увлечений, своих хобби. Это вот определенные такие, я бы сказал, творческие задачи, да, это определенные такие, я бы сказал, ну, задачи по хобби и так далее. Вот, вот. Если вы все это делаете, да, то вам просто, вот, по сути дела, это и некогда, значит, думать о том, да, вот, как, ну, какая вы там, вот, что у вас, там и так далее. Вот, понимаете, да? Поэтому вот, я думаю так, как-то вот можно вам здесь сказать. И все это воспитывается. Вот. Все это, значит, ну, как-то реализовывается, вот, все это прорабатывается, значит, ну, само собой, вот, и, соответственно, качество жизни, ну, повышается, вот, качество жизни увеличивается, и, ну, человеку, да, становится проще, вот, становится комфортнее жить. Вот, но для этого нужно иметь контакт, в первую очередь, наверное, с собой. Самим собой нужно иметь контакт. Вот. Сейчас вы, ну вот, как мне кажется, вы сейчас движетесь немножечко в сторону не контакта с собой, да, а вы сейчас движетесь немножечко в сторону того, чтобы как-то сравнивать себя, да, с другими, ну, с другими людьми. Вот. И я бы сказал, что любое сравнение, да, которое, ну, будет здесь, в таком ключе, вот, оно будет, конечно, не в вашу пользу. Вот, потому что всегда так бывает, что человек проигрывает. Сравнение есть, сравнение, да, если начинает, ну, сравнивать себя, вот, с, ну, с другими людьми, да, просто, да, даже с кем-то и так далее. Вот. Это делается от того, что вот своя собственная жизнь, вот, человеку, ну, как-то вот менее интересна, вот, к сожалению. Вот это, ну, происходит из-за этого, как правило, вот.
Поэтому вот всем этим вещам, да, нужно обучиться. Вот все эти вещи могут быть освоены. Вот. А где-то как-то вы будете испытывать сопротивление, да, потому что, несмотря ни на что, вам, ну, вам комфортно в этой ситуации, вот, в которой вы оказались, несмотря ни на что. Вам удобно, вам комфортно, вот, вы привыкли, вы получаете от этого какую-то выгоду свою. Вот, к сожалению. И, соответственно, выходить из этого, ну, вот, я бы сказал, не очень-то торопитесь. То есть, как бы, внешне вы, конечно, этого хотите, внешне, но вот подсознание будет, ну, блокировать. Подсознание будет блокировать, ну, ваши действия, потому что это, вот, что называется, все-таки выход, это выход за, ну, привычные какие-то рамки, да, и, соответственно, вам будет, ну, болезненно просто, просто вы будете к этому относиться. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы, да, сказать вам сейчас с точки зрения, ну, психологии, да, с точки зрения психотерапии. Вот. И могу сказать, что вы большая молодец, что задают этот вопрос. Вот. Но это вот это запрос на психотерапию. Вот. Такой. Довольно серьезный, да, хороший, вот, необходимый вам, вот, и это запрос на, в общем-то, регулярную работу, вот, над собой. Вот, на этом все. А, да, я забыл еще сказать, может быть, я говорил, но повторю, что вот эта обида, да, которая у вас есть, боль, это в том числе еще и злость. То есть вы почему-то с легкостью принимаете то, что вам говорят люди другие. Вот. То есть, ну, вот назвали вас условно там гадским утёнком, да, и вы подхватили, да, и считаете себя так же. Вот. Это история про что? Ну, это история. Брат, то, что вы запрещаете себе злиться, вот, боитесь, может быть, злости своей, вот, да и так далее. То есть это вот тоже нужно корректировать, конечно же. Вот. А вот как-то так я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот, обращайтесь.